Когда господин Панчук, он именно с этого начинал сегодняшнее заседание, сказал о том, что за последние 5 лет муниципию был за счет средств государственного бюджета не было выделено ни одного лея на капитальные вложения. Мы проанализировали эту ситуацию и довожу до вашего сведения официально, могу представить таблицу, что в 34 административно-территориальные единицы за эти 5 лет было направлено 1 миллиард 170 миллионов на расходы, капитальные расходы. В том числе, самая меньшая была сумма, которая для административно-территориальных единиц была 10,5 миллионов. Самая большая была сумма 62,5 миллиона. Бельцы за это время не получили ни одного лета.